Отныне решение вопросов с недвижимостью стало проще и быстрее. В Черкесске открылся региональный кадастровый центр, филиал одного из самых крупных игроков России на рынке кадастрового учета с историей деятельности компании более 15 лет. С первыми посетителями регионального кадастрового центра встретилась Мадина Каракетова. Открытие регионального кадастрового центра в Черкесске прошло в праздничной атмосфере с участием известных и востребованных в республике эстрадных исполнителей. И какой же праздник без зажигательной лезгинки, в которой приняли участие и гости, и сотрудники нового офиса. Торжественное право перерезать традиционную красную ленту предоставили собственнику кадастрового центра Джишарбеку Тишилееву и сотрудникам. Ленина, дом 2. Добро пожаловать! Артисты продолжили праздник, ну а в офис уже пришли первые посетители. Олеся Батчаева работает в сфере недвижимости и очень ценит свое время и время клиента. С открытием кадастрового центра наша работа значительно облегчится, рассказывает Олеся, что не может не отразиться и на качестве услуг, предоставляемых гражданам агентством недвижимости, которое она представляет. Для меня, как работника агентства недвижимости, в сфере недвижимости это всегда нужно, чтобы был общий спектр в одном помещении услуги. Чтобы прийти, например, каждый второй клиент у нас нуждается именно в техпаспорте, в техплане, в межевании. И бывает такое, что нам приходится как минимум в разные кабинеты ходить или же в разные офисы также. Здесь можно зайти и получить всю услугу разом у одного специалиста. Плюсы – стоимость дешевле, чем есть в других организациях, и срок изготовления быстрее. В небольшом, но очень уютном офисе регионального кадастрового центра можно получить широкий спектр услуг, связанных с оформлением земельных участков и недвижимого имущества, рассказывает специалист Руслан Казанлиев. Региональный кадастровый центр поможет вам с оформлением вашего земельного участка, дома, гаража, подготовить топографическую съемку для газа или строительства. Мы работаем не только с физическими, но и юридическими лицами. Большой парк оборудования для крупных заказов, например, для аэрофотосъемки. Специалисты регионального кадастрового центра в самые сжатые сроки подготовят проект планировки и межевания территорий, в том числе и для садоводческих товариществ. Оценят и рассчитают кадастровую стоимость объекта недвижимости, изготовят технические и кадастровые документы. Ну и приятная новость для клиентов. Консультации по вопросам недвижимости специалисты регионального кадастрового центра будут оказывать совершенно бесплатно. Двери офиса открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день открытия сотрудники регионального кадастрового центра порадовали своих первых клиентов и веселыми тематическими викторинами. Их победители получили памятные подарки. Ну и, конечно, всех посетителей ждали вкусные угощения, в том числе и именной праздничный торт. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.